Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке мы с вами будем устанавливать меню. Что за такое меню? Давайте посмотрим на моем сайте. Вот здесь вот видно, да? Например, будет меню, например, музыка, и в всплывающем списке будет, например, тут идти попса, клубная, рок и так далее. Сайт ведь у нас о музыке. Вот давайте будем делать вот такое меню. Это меню делается так же легко, как и работа с виджетами. Давайте зайдем в внешний вид меню. У вас здесь будет кнопка «Создать меню». Кликайте по ней вот здесь. После этого откроются еще внизу вот такие настройки. Ставим здесь галочки. И потом нажимаем «Сохранить меню». Давайте обновим страницу. У нас появилась главная и пример страницы. Главную, думаю, страницу можно оставить. Так же, как у виджетов, у них есть вот такие вот стрелочки. Пример страницы нам не нужна, давайте ее удалим. По клику по стрелочке находим ссылку «Удалить» и нажимаем «Сохранить меню». Давайте сделаем так, у нас следующая ссылка будет «Клубная музыка», и при наведении на нее будет всплывать несколько пунктов меню. Например, «Попса» и «Клубная музыка». Я это делаю к примеру, вы у себя делаете те стили, которые вам нужны. Давайте создадим страницы. Страницы у нас создаются вот здесь. Наводим страницы. И вот сюда нажимаем «Добавить новую». Пишем заголовок. И нажимаем «Опубликовать». Также кликаем теперь. Создаем еще для примера какие-нибудь две страницы. Кликаем вот сюда вверху «Добавить новую». Пишем. И вот здесь вот право нужно будет выбрать, где шаблон. Например, альбом, альбомы в три колонки. Чтобы потом, когда мы создадим музыкальные посты, у нас сайт выглядел вот так вот. Вот такими боксами. Это и есть вот эти вот колонки. Нажимаем «Опубликовать». Создаем еще одну страницу. Не забываем выбрать также здесь альбом в три колонки. И нажимаем «Опубликовать». Давайте обновим главную страницу, посмотрим, что у нас получилось. У нас прекрасно добавилось меню. Теперь нам нужно попса и клубную музыку сделать под меню. Спрятать ее вот под музыка. Идем в внешний вид, меню. Делать это до безобразия просто. Видим музыка, видим попса и видим клубная музыка. Также можно менять порядок. Например, клубная музыка вы хотите, чтобы шло первым. После слова «музыка», да, также мышкой зажимаем и просто перетягиваем. И давайте сделаем попса и клубную музыку под менюшкой. Также мышку зажимаем и вправо чуть-чуть оттягиваем и отпускаем. Также делаем с клубной музыкой и отпускаем. И не забываем нажать «Сохранить меню». Давайте обновимся, посмотрим, что получилось. У нас исчезли два пункта меню. И вот при наведении на музыку мы видим, да, попса, клубная музыка. Соответственно, вы теперь сможете сделать тут неограниченную вложенность вот таких вот стилей, например, музыки. На этом урок закончен. Увидимся в следующем.